Всем привет! Приехал на рыбалку, на реку Урал, на Сазана. Буду рыбачить на закидушку. Приехал с братишкой Валерой и там взял сына и одного еще пацана. Буду рыбачить на пешке здесь. Там немного дальше пройду, хорошее место. Че, все, погнали! Закидушка одна, один крючок, поводок сантиметров, наверное, 50-60 после груза. Вот так он получается у нас. Поводок и крючок вот такой. Оторвали крючок, короче, спичек мой жи. Снаска, что у нас тут идет? Снаска, вернее, я уже сказал. Добрежь. Угу. Черви. Наживка. Червь. Зубушка побежал. Где? О, на, вон. Черви. Вот такие черви упитанные. Надеваем по два штуки. Не жалеем. Сазан любит. Хорошую наживку. Чем хорошая эта снасть, один крючок, и поводок хорошо ложится на дно, и рыбе легче отпускать ее. Все, скидушки расставлены. Первая, вторая там. Удочка тоже стоит. Погода у нас пахнет дождем. Посмотрим. Ветер сильный будет. Есть, есть. Бьется. Сазан, сазан. Смотри, смотри, вот. Ух ты, большой. Первая есть добыча. Тихо. Лови, чтоб не убежал. Вот он. Усатый. Садок его. Чебачок первый. Ух ты. Резвый. Густера. Это твоя? Да. Ну, покажи. Короче, кусок спиннинга отвалился. А, вот этот, по-моему, которого я ловил. Который ты ушел. Да, да, да. Ну, он хорошенький, длинненький. Метр 15 в длину. Подос.
Бьет как бешеный. Красивый. Ага. Полузяка. Пойдем в лов его. Вот, что-то есть. Хорошая что-то? А, нет, зацеп походу. Сразу зацепил. Что-то какой-то фантик, по-моему. Это призика только скользит. Брат, что-то хуйня тут, блядь. Обычно такого времени еще нет. Комар сидел. Улов хороший. Перекрестились, короче. Поймали друг друга. И еще какой-то есть. Корешок. Грузил пропал. Вот, только что вот так на удочку поймали маленького карасика. Опа. За леску тяните. Нет, не сорвался. Вот. Че, чихня? Чебак. Чебак. А, красивый. Там у него, смотри. То же самое, прям такая же рыбка. Прикинь, даже таких же размеров. В смысле, яйцо вареное. Ты ему какое яйцо предлагал? Куриное. Да? А манчо в рыбку пришла. Что там сидит? Залуп. У нас тут оператор, ебать. Все, все, молчу. Что-то есть. Что-то есть, это хорошо. Что-то клещется вроде, да? Да. Опа, синец. Давай вот тут. Брат, сейчас собираешь домой. Вот такой улов. Скромный. Че, всем пока. Вот такая у нас рыбалочка получилась на сазанчика. Всем пока.